Добрый вечер, дамы и господа. Я рад приветствовать вас у себя на канале. Меня зовут Макс Манорн. И мы сегодня продолжаем прохождение Стражей Галактики, которые начали в пятницу со стримером Фионер. Он был у нас в гостях. Вот. Привет. Здорово. Куда пропал, как тебя не зайду? Время ретрансляции. Да, вчера был такой денек очень сложный. Я вообще подумал, что заболел. У меня болело горло, а попухли не гланды, а вот эти лимфоузлы. Вот, я думал, что все, капец. А у меня на работе там, ну, приличные заказы висят. Думал, заболел. Ну, плюс еще там общались по коллаборациям и так далее. Ну, вот, потому что хотели делать три коллаборации по Dunlight, по второму. Но, скорее всего, будет только одна коллаборация. Она будет 4 числа. Вот, поэтому... Ну, как бы, все будет точно известно только завтра, я думаю. Завтра что у нас, понедельник? Да, завтра понедельник. Наверное, будет известно завтра. Поэтому завтра я выложу более подробное расписание в группу ВКонтакте. И в Дискорде, наверное, выкину тоже. Вот. А так, да, что-то, блин, не знаю, деньги какие-то такие пошли. Ну и, пользуясь случаем, пока мы еще не начали, если вы смотрите это в записи, то, надеюсь, в записи это попадет на YouTube, потому что что-то у нас постоянно прерывания какие-то, сервера падают, еще что-то, и стрим получается из многих-многих частей, а соединять их для YouTube это такое себе. Но если стрим цельный, то я его просто экспортирую с Twitch'а напрямую на YouTube. А так придется скачивать, склеивать... И так далее. Посмотрим. Вот, если смотрите в записи, переходите по ссылочке на наш Twitch-канал. Все самое интересное и не очень происходит там. Ну и плюс на записи у нас врезается вся музычка, потому что мы воспроизводим через саундтрек Twitch. Вот, и последнее, что хотел бы сказать, это у нас в группе ВКонтакте в закрепе висит турнир, который будет проходить в следующую субботу. Это меньше, чем через неделю. Главный организатор это Нати. Мы вот помогаем ей организовать турнир по Старкрафту. Вот. Если хотите принять участие как игрок, здесь есть ссылочка зарегистрироваться как участник. Также есть ссылочка внизу под стримом. Там баннер по турику. Можете там кликнуть прямо на него и перейти на вот эту вот страницу турнира. У нас уже есть 16 зарегистрированных участников. Всего будет участвовать 16 человек, но вы на это число не смотрите. Потому что, допустим, здесь есть я, здесь есть Олимпус, здесь есть Фионер, которые также являются судьями мероприятия. И если будет много участников, то мы участие принимать не будем. Ну, так же, как и главный организатор мероприятия. Поэтому тут может быть и 50 зарегистрировавшийся на турнир, но отбор будет происходить автоматически за час до начала турнира. Вот здесь появится кнопочка. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Вот, у вас будет такая вот кнопочка, когда вы зарегистрируетесь. Здесь подтвердить участие. Вот, за час до начала турнира вы нажимаете эту кнопочку. И тогда вы попадаете в подтвержденный участник. И вот первые 16 человек, кто нажмут эту кнопочку, они примут участие. А остальные все, ну, к сожалению, не попадут. Но если будет очень много желающих, больше 20, или даже, ну, ближе к 30, то мы обязательно устроим второй турнир на следующие выходные. Также, я не знаю, Зерк уже написал у себя в группе или нет, но... У Зерга турнир будет 3 на 3 19 числа. И, скорее всего, мы будем принимать в нем участие. В составе я, Алекс, и Олимпус и Фионер. Но они об этом еще не знают. Но если они сейчас на стриме, нету их, да, то, ну вот. Как бы 19 числа будет турик 3 на 3. Уже от Зерг ТВ. В котором мы тоже будем принимать участие. Ну, в принципе, все, что я хотел сказать. По расписанию я выложу завтра.
Ведьмака на этой неделе не будет, на предстоящей. Неделя будет посвящена именно Dying Light. Игрушки, вот. Две игры у нас, получается, на этой неделе будет. Это Dying Light и Dead by Dying. Daylight, да. У меня плохо с английским, короче, вы поняли. Вот, а сегодня мы играем Marvel. Да, переходите по ссылочке также в описании на нашу группу ВКонтакте. Там очень мало что-то людей. Вот, тут выкладываются предстоящие стримы. Всякие розыгрыши у нас бывают. Допустим, там раздача халявы. Халявные промокоды на игры. А также, короче, будет, я, скорее всего, сегодня выложу скидка в Steam'е. На три игры там 50 и 75%. Игрушки вроде неплохие. Ну, такие. Две инди-игры и один хоррор. Ну вот. Игрушки там довольно-таки... Ну, я бы не сказал, что очень старые, но 19-го года. Поэтому там копеечки стоят они, получается. Так что как-то так. Если не будете как участник, то подписывайтесь, проходите на стримеров, на судей. Здесь все ссылочки есть. На Нати. Вот у нее канал. Здесь будет транслироваться от лица организатора стрим на мой канал, естественно, Макс Манорн. Олимпус стримить не будет, он будет просто как судья. Ну и Фифианиор, он будет стримить и комментировать. Ну вот. Каналы небольшие, поэтому поддерживайте их лайком. Ну, подписочкой бесплатной. Вам это абсолютно ничего не стоит, совершенно бесплатно. Ну, а каналам это очень-очень полезно. И стримерам приятно. Вот, меньше слов, больше дела. Погнали играть дальше. Надеюсь, сегодня у нас игрушка багаться не будет, потому что в пятницу она у нас немножко багнутая какая-то была. Да, и The National что-то падал, я так и не понял, почему. А, да. Не знать. Так, надо тельчик на зарядку поставить. Так, насколько я помню, Тёма нам оставил довольно-таки сложную миссию. Я уже полузасыпал, когда он ее проходил. Ну слушай, он так этот трезво, так по кнопочкам клацает. Он, блин, ММРщик. Не там. Так.
Ракета, гранату. Ты знаешь, что делать, ракета! Мы первые пришли! Валите! Не хочу отделиться! Моя бельба! Надо угнать еще одну лодку! Так, народ, ищем транспорт! Вон там! Вперед! Так, 4, 4, что у нас там? Так, вторые у всех открыты. Гамора, оглушающая волна. Масуха. Удорожная граната. Это неплохо, кстати. Так, тут же ничего нигде нету. Я думал, ракета, тут и не будет. Пообещай, что не дашь мне оказаться на их месте. Кто, я? Да, ты не подведешь. Слушай, если уж тебя схватят, то и нас тоже повяжут. Сделай, что сможешь. Хорошо, сделаю. Да сколько же их тут? Ракета, оторвешься от них! Как? У нас такая же лодка! Сейчас щит накрылся! Не давай им по нам стрелять! Подбили! Сильно зацепили! Сильно! Придется садиться! Хотят отвлечь нас и вызвать подмогу! Работает! Есть на что отвлечь! Ё-моё, опять эта штука! Давай, мы прибьём их! И срочно плохо валим дело отсюда! Готовьтесь к бою! Крут! Нам нужно время! Я даже поцарапать его не могу! Не готовься к смерти! А чем они бьются? Рейкер все популярно объяснит! Подрывай, ракета! Этот подхвост просто жрет мои патроны! Питер Квилл, у убийцы неприятности! Гамора, Рек, что тут такое? Здесь хранится мясо! Нет, такой огромный робот может немало вытерпеть! Мы не осилим еще и подкрепление! Нет, такие упрямые! А, это блин... Наши удары не наносят видимого вреда. Покажи им, Гамор, быстро бьем их! И срочно увалим отсюда! Похоже, это ловушка! А что с ним? Я не жду! Отбивайся от него, Драк! Я уже иду! Хотят отвлечь нас! И вызвать подмогу! Работает! Есть на что отвлечь! Нам надо придумать что-то посерьезнее! Ракета! Жди! Твой выход, Гамора! Вовремя! Расходите! Я за вас помолю! Аминь! Меня напрягает!
Ну, Артём вчера проигрался, я там и начало игры проходил, где не было особо жестких сражений. Топай игру на железо! Плохо дело! Готовьтесь к бою! Я, блин, даже не знаю, как это. Бежи! Твой выход, ракета! Давай убить, что тут такое! Есть, садись, ракета! Если не отпустишь его, я тебе глаз вывезу! Мне кажется, ему вообще пофиг! Надо вырубить он его поскорее! Жилу. Останови! Быстро бьем их! Не срочно валим отсюда! Похоже, это ловушка! Не осилим еще и подкрепление! Наши пушки круче! И мечи! Готовься к смерти! Я даже поцарапать его не могу! Этот механизм не предполагает, насколько мы сильны! Хотят отвлечь нас и вызвать подмогу! Работай! Есть нас отвлечь! Я не могу куда отходить! Никто его не берет! Питер, Траксу нужна помощь! Взорви! Берегись! Они со всех сторон! Стой ты столбом! Салаты! Отрежу кусочек! Кого не бьют? Просто смерти! Такое ощущение, что я болю в него уже вечно! Блядь!